Как установить IPTV плеер? Открываем в интернете сайт 209.400.ru. Заходим в раздел «Помощь и поддержка». Далее выбираем пункт «Настройка программного обеспечения» и раздел «IP-телевидение». Загружаем на компьютер программу IPTV Player. Нажимаем кнопку «Скачать». Скачиваем файл и запускаем. Следуем инструкциям мастера установки. И снимаем лишние галочки. Идет процесс установки. По завершении появится надпись «Установка выполнена». Для закрытия окна нажимаем кнопку «Готово». Теперь на рабочем столе вашего компьютера имеется ярлык IPTV-плеера.